Ну вообще, если подумать, то кто из нас умеет качественно отдыхать? Да как без этого-то? Без визга, писка, без купания летом-то? Ну да, прошлым-то летом все было внезапно и по-другому. И даже самый продвинутый крендель с его мега-крутыми завязками не смог вас привлечь в его кафе. Но это уже другой разговор. А сегодня суть о том, где вы не сможете провести время без тесного общения с теми, кто вам дорог. И это суть нашего города. Суть в бильярде. Да никогда ранее он не был таким крутым и классным. И это да, Россия. Здесь нет ничего, кроме вашего натурального и русского стремления погонять шары. Кстати, о том, без чего эту Россию не понять. Да невозможно ее представить с ее границами и без полей, выраженных в бильярде. Как сказал Бернард Рассел, уметь с умом распорядиться досугом – высшая степень цивилизованности. Вот и мы, после трудовых будней или в свой законный выходной, хотим встретиться с друзьями, приятно провести время, вообще отдохнуть по-человечески. И таким отдыхом для меня стал бильярд. А совсем недавно я открыл для себя бильярдный клуб, куда хочется приходить снова и снова. И это бильярдный клуб «Вабанк», расположенный по адресу проспект Ленина, 135, что на пересечении улиц Труда и Ленина. Это новое заведение уже можно назвать одним из лучших мест отдыха нашего города. Обстановка продумана до мелочей. Поистине изящная, но без лишнего пафоса. Есть большой зал с бильярдными столами размером 12 и 10 футов. Помещение полностью вентилируется, есть и кондиционер, так что летом не будете изнывать от жары. Можно уютно устроиться в баре, посидеть с кальянчиком, с бокалом горячительного напитка, ну, разнообразными закусками. Есть и обеденный зал, в котором можно устроить день рождения, корпоратив, ну или встречу одноклассников. Местное меню позволяет прилично поужинать или устроить полноценный банкет. Повара на кухне – настоящие мастера своего дела. А в зале, как пчелки, снуют туда-сюда приветливые девушки-официантки, и везде расположены большие телевизоры. Ну а если вы крутая, дружная и веселая компания, или просто желаете уединения, есть и VIP-зал. А VIP-зал в этом заведении поистине шикарные апартаменты с бильярдным столом, удобным диваном, собственным кондиционером, и это очень немаловажно в жаркие дни. Есть обеденный стол и кофейный столик, за которым можно и в шахматы поиграть, и в нарды. Ну и как признак хорошего тона, в подарок VIP-залу приготовят для вас кальян. Да, новинка, и да, без чего круто, а речь идет о самом крутом заведении города невозможно. Да потому что будет много из того, чего бы себе вы могли позволить. Но не позволили же. А почему? Да почему за сумму эквивалентной посиделки вы не пришли в то место, где с вас все сдуют-то? Ну вы же типа в кризисе. Да сколько можно говорить-то? В кризисе сидит весь большой капитал. Везде, где парятся о ставках, вот там-то кризис. А в центре города М, в центре металлургии, в центре, где за каждый выбитый кусок земли продолжается борьба, причем борьба-то не детская, кризиса нету. Ну вы подумайте, а где Касторама, где Ашан, где другие торговые центры? Нет их здесь? Вах, ну как же так-то? Я, конечно, понимаю, что очень, и главное, качественно удобно в городке, который с севера на юг ушибает 12 километров, тратить и закупать. Но где же ваше желание продать и свалить-то? Продать и свалить куда? Да нам и здесь-то хорошо. Да, за речкой комбик. Но по всем показателям мы не выше крутых торговых центров. Но у вас есть я. А со мной будет много хорошего, уж поверьте. Да потому что мне интересно показывать вам места, где с вас денег-то не берут. И вот оно такое место-то. Главное, чтобы у вас было желание культурно отдохнуть, ведь обычно мы спрашиваем у людей о том, как они провели выходные. Лишь с единственной целью – получить возможность рассказать о собственном уикенде. Ну а после посещения бильярдного клуба «Вабанк», расположенного на проспекте Ленина, 135, поделиться рассказом о своих выходных будет еще и приятно.
А сделать заказ или забронировать бильярдный стол можно по телефону 27 11 88.